Здарова всем, ребята, меня зовут Кент АПК, и прямо сегодня вы увидите самое дорогое ID в Stand of 2. Я вас прошу только об одном, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал Кент АПК, потому что сегодня будет просто эксклюзивное видео. Ну что же, а мы начинаем. MyStandOff.ru – это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandOff.ru. Я думаю, что вы все смотрели мое прошлое видео про ID. Мало ли кто не знает, то в прошлом видео я рассматривал самые крутые ID и самые дорогие. Так вот, после прошлого видео, на следующий день, мне отписал владелец самого блатного ID. Ну что же, давайте посмотрим, что же это за ID. Народ, мне очень интересно, догадаетесь ли вы, что это за ID или нет. Как вы думаете, какое ID меня заинтересовало и какое ID стоит максимально дорого в Stand of 2? Напишите прямо сейчас ваши догадки в комментарии. Давайте, я вам даю 3 секунды. 3, 2, 1. Все, ребятки, а теперь я ввожу это ID, владелец которого мне отписал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот такой ID. А, и еще одна единичка, 8. Да, да, да. Именно этот парень, именно с этой аватаркой, он мне отписал и предложил, чтобы я у него купил его же ID. Я предлагаю для начала рассмотреть данный аккаунт. КД-039. Честно говоря, это самое низкое КД, которое я когда-либо видел. Ребята, КД капец какое маленькое. Прям, как так? Ты что, специально сливал его или как? Давайте посмотрим КД в обычной игре. О, а в общей статистике КД 1.95, но тут хотя бы КД более-менее. Общее время в онлайне 300 часов. Да, тоже неплохо. Точность с АКР 12%, с АВМ 39% и с Дигла 23%. Точность нормальная, то есть, в принципе, в общей статистике все в порядке. Также мы видим донатерскую медаль, и самое главное, мы видим замечательное, великолепное ID с 8 единичек. Ну, ребят, ну кто бы не хотел такой ID, ну давайте не будем врать. Спасибо большое моим друзьям Ван Хикс, потому что благодаря им у меня такой крутой инвентарь, они мне очень сильно помогли, там хороший штаб сотрудников и самые большие цифры. Вся инфа снизу. Также вы сможете получить хорошую премию по слову Кент. Каждый из вас хочет его. И я хочу, и ты хочешь, и твой друг хочет. Все хотят это ID. Также парень состоит в каком-то клане. Давайте посмотрим, что это за клан-то такой. Хочу обратить ваше внимание. Посмотрите на ID, который состоит в этом клане. Вот ID, например, 1-0-0-0-0-0-50. Блин, тоже офигенно ID. Дальше, следующий ID. 1-0-0-0-0-0-51. Я просто балдею, бом-бом, тут ID. 5-0-0-0-0-29-0-0. Да как вы такие ID ловите? Опять ID 5-0-0-0-0-0-0. Вот это да, пацаны. Это, короче, клан, в котором все с крутыми ID. Обалдеть просто. Вот еще ID. 1-0-0-0-0-0-0-25. У меня нету слов. Блин, это клан, в котором все с крутыми ID. Офигеть, не встать. Давайте ради интереса посмотрим, кстати, на вот это ID. Кстати, мне, если я не ошибаюсь, тоже предлагали купить это ID. Вот, сейчас я напишу. Вот, ID 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, вот это. Если я не ошибаюсь, мне, ребятки, тоже предлагали купить это ID. Но я не помню точную цену. Если есть человек, который владелец данного аккаунта, отпиши мне в ВК. Дабы вы не думали, что это рофл, я попросил владельца сделать скрины. Давайте вместе с вами посмотрим скрины вот этого крутого ID. Что мы тут видим? Мы тут видим, что парень еще не откалибровался. Это тоже очень хорошо. То есть у него плохое КД в соревновательном режиме, но он еще не откалибровался, его можно исправить. Поэтому, в принципе, не все так плохо. Ну а самое интересное в этом аккаунте... Сейчас будет сюда, подождите. Самое интересное в этом аккаунте это его инвентарь. Посмотрите на вот это. Это инвентарь этого парня с ID 1111111. Блин, ребята, раз нож, два нож, три нож. Посмотрите, сколько генезисов. Раз, два, три, четыре генезиса. Один из них статрек. Блин, обалдеть, это прям очень дорогой инвентарь. Кому не сложно, пожалуйста, посчитайте, сколько стоит данный инвентарь. Ну, именно в голде, сколько он стоит. И напишите в комментарии. Блин, ребята, я просто в шоке. Посмотрите, сколько аркан, какой дорогущий инвентарь. Ну и это не все, смотрим дальше.
Тут есть АВМ Спорт V2, тут есть куча легендарок. Блин, это прям нереально дорогой инвентарь. И честно говоря, я очень сильно его себе хочу. У этого аккаунта есть всего лишь один небольшой минус, о котором я расскажу немножко попозже. Давайте посмотрим, сколько же тут всего. Есть обычно АВМ Спорт, есть АВМ Спорт V2. Сколько некромансеров? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Блин, я просто балдею, насколько же это дорогой аккаунт. Блин, ребята, я себе его хочу. Но есть одна небольшая проблемка. Рассказываю, вот этот замечательный аккаунт с нереально крутым ID стоит 50 тысяч рублей. Да, 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 это не шутка, это не пранк. Мне отписал владелец данного аккаунта и говорит: кентуха, 50 тысяч рублей. И говорит: ты покупаешь или нет? Пишет: мне срочно надо. Блин, я так не люблю, когда меня торопят. Пишет: кентуха, ты берешь? А, он даже пишет не кентуха, он пишет: чел, у меня мало времени, берешь аккаунт или нет? Пишет: ну бывай. Просто мне нужен ваш совет. Вы как эксперты по блатным аккаунтам, напишите, стоит ли тратить на данный аккаунт дохренище денег, или оно того не стоит, проще купить какой-то аккаунт немножко подешевле и с более-менее обычным ID. И еще у меня, ребятки, до сих пор остается открытым вопрос, перенесут ли мне разработчики ID или нет. Я постараюсь у них спросить, и в следующем видео я вам уже расскажу ответ. Ну и теперь вопрос к вам, к моим подписчикам. Пожалуйста, подскажите, стоит ли, ребята, переплачивать за такой крутой ID? Я вот думаю, и еще такой маленький нюанс. Когда разработчики меняют аккаунты, они же инвентари не меняют, они просто дают мне его ID, а ему дают мой ID. И вот я думаю, если его аккаунт останется при нем, то зачем мне платить 50 тысяч? Может быть, мы с ним договоримся 10 на 10? Ну, если только ID. Только ID и больше ничего. Ни ранг, ни инвентарь, ничего. Вот как думаете вы, стоит ли ему предложить такую цену? Ну а так, ребятки, в принципе, на этом все. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха, всем удачи и всем пока!